Леонід Плетньов народився 2 жовтня 1961 року у Сумах. В 1983-му закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю інженер-архітектор. Почав займатися танцями у 1968-му. У 1996-му закінчив танцювальну кар'єру. Представляв СРСР і Росію на чемпіонатах світу і Європи. Лауреат всеросійських і міжнародних конкурсів. Двократний переможець серії Гран-прі Росії. Фіналіст відкритих чемпіонатів Канади, Голландії, Норвегії, Данії, Італії. Суддя Всесвітньої ради по танцю і танцювальному спорту. Лауреат премії Російського танцювального союзу «Зірка танцювального спорту Росії» та організація навчального процесу. Засновник та організатор міжнародних реверанс-конгресу та Кубку реверанс зі спортивних танців. Член Ради директорів Міжнародної федерації бальних танців. Леонід Михайлович, що відчуваєте ось під рампою цієї сцени рідної «Альма-Матер»? Смешанные приятные чувства, когда попадаешь в воспоминания, записанные вот где-то на подкорке. Это когда-то огромная сцена, где проходили наши выступления, сегодня оказалась на самом деле маленьким черным кабинетом для нашей встречи. А лестница, которая... Мы идем с Виктором Гончаренко, директором, я только зашел. После того, как походили вокруг нее, зашли в здание, я говорю: «Вить, ну это же храм, ну я тебе так завидую, я вообще всем завидую, кто сюда имеет отношение, вот к этому помещению. Здесь же вот, как кажут на Украине, нахекано. Тут надышали поколениями, по этой лестнице же ходили все, вот за эти, не знаю, 150, по-моему, скоро будет да. уже, да? Я всегда говорю, Александровская гимназия – это украинский Хогвартс. Вот вы только гляньте на эти силуэты, у нее еще есть такая фотография интересная, ночная такая вот, этого здания. Это чистый Хогвартс. Это вот школа мастеров. Мастеров души, мастеров интеллекта. Это... Я могу бесконечно об этом говорить, поэтому, не знаю, волей судьбы, удачей какой-то, опять же, желанием родителей, географически рядом жили, и тем, что она уже тогда была славна, в 68-м, когда я в нее только поступал, я оказался здесь. И это стало вот после детского садика, ну, условно воспитательного учреждения, скажем так, лишь бы памперсы, ну, еще даже без памперсов не были мокрыми. Тогда не было. Еще не было. Но в том смысле, что это еще не про личность, скажем так. Формирование личности, оно вот здесь и состоялось. Начинал я еще в соседнем здании, первые три класса мы там, здесь еще был пединститут. А с четвертого класса мы как раз въехали сюда, и это было грандиозно. То есть мы сюда заглядывали на этих студентов, но это было вот... Ну, наша школа хорошо, но это что-то было вот небо. И вдруг мы сюда въезжаем, да? Эти коридоры, этот порядок, эти... Я даже прошу прощения, вот в туалетную комнату ты идешь через коридор такой вот, не утыкаешься сразу. Вот я архитектор по образованию, поэтому всегда отмечаю всякие вот... такие важные вещи. Нюансы. И ценные, которые отмечаю как «вау, умница» или «проколы». Чаще, правда, бывает со вторым, особенно в современной современной архитектуре, да. Ехал тут, вспоминал вчера, брат мой был здесь тоже, мы смогли вместе согласовать время быть у мамы. И я рассказывал, что я уже не помню, может быть, я даже в Сумы из Киева. Как-то я попал в маршрутку. Вот нечем было, надо было как-то срочно, и обычной маршруткой. Обещали Wi-Fi, как обычно, кондиционер, ничего, естественно, не оказалось. Дорога, яма, переяма еще на каких-то участках точно. И где-то была остановка. Еще не было великого будівництва. Еще не было еще того будівництва. И была остановка, и вот эти маленькие палаточки такие, да, там какие-то магазинчики, ну, там, где перекусить. И я помню, читаю, вот я просто умер на этом месте. Там было написано «Супер». Не, мини-гипермаркет. Мини-гипермаркет. Вот это ж как надо было думать долго, чтобы назвать гипермаркет. Какой юмор может быть у человека? Это если только действительно предположить вот одно объяснение. Это настолько глубоко, что на поверхности выглядит смешным. Такое тоже бывает. Бывает. Давайте розпочнемо розмову з питання, ну, такого філософського. Обожаю. Що потрібно людині, щоб досягнути успіху?
Обожаю. Меня вообще называют в танцах, которым я посвятил свою жизнь, меня называют философом. Это действительно вот область, которую я понял, что я вот этим должен заниматься в общей концепции нашего танцевального искусства, потому что, ну, комплимент себе скажу, потому что не всем это дано. Не у всех складывается такая компонентная база, которая позволяет тебе подняться в совокупности до уровня, который философия. Философия – главная наука. Короткую историю расскажу. Мой сын заканчивает гимназию 4 года назад в Германии. И по телефону разговариваем, говорит: папа, я знаю, тебе это не понравится, но я не буду поступать в университет. И я так: почему, Валентин? Ты знаешь, я до сих пор не знаю, чем я хочу заниматься в жизни. В этот момент еще было так. От армии у них как бы не нужно бегать там. Поэтому у них принято, если вот так, то... Год они берут два паузу, автостопом по Европам, какой-нибудь Макдональдс, Бургер Кинг, самостоятельно снять с друзьями какую-то квартиру, уехать в другую страну. В общем, понять себя и мир уже на новом взрослом уровне. Ну, проглотил папа, что делать, да? Месяца два проходит, и он мне опять созванивается, он говорит: ты знаешь, я все-таки решил поступать. И я так: и куда? Он говорит: ну, поскольку я по-прежнему не знаю, чего я еще хочу, в тот момент было так, а ты мне когда-то сумел объяснить, что философия – это главная наука? Я ему всегда говорил: поймешь философию, поймешь все остальное. Просто она настолько высока, что она плебею непонятна. Она понятна только высокому сознанию, что она вообще обо всем. Поэтому он говорит: я решил поступить на философский. Я говорю: Валь, очень ценю. Но ты вообще при этом понимаешь, что это образование без профессии? На рынке труда не будет. Требуется философ. В лучшем случае преподаватель философии где-нибудь, но тогда лучше идти что-нибудь по образовательной стезе. В общем, он поступил на философию. Вот я к тому, что про философию обожаю вообще говорить, а про успех. Успех – это характеристика из философии. Опять, это некая цель. И одновременно некий критерий, отметка, которая может... метка, вот как у вас на камерах, да, вот делаем там, вырезаем, метка. Да, да. Пятая секунда до 12 секунды. Это определенная отметка на определенном этапе развития, которая абсолютным, как бы понятным образом говорит человеку, он да или он нет. То есть цель достигнута или она не достигнута. То есть если это успех, это значит красная, не знаю, метка, от нее идем дальше, этап завершен благополучно. Если успех не наступает... Нет этой метки, или она есть уже не красная, не знаю, черная, пропавший материал, то есть целый этап, который был посвящен движению к этой цели, почему-то не состоялся нужным образом и не привел к этому успеху, значит, не успех. Поэтому успех – это момент подведения определенного итога. Метка красная – успех. Да, иду дальше, я на правильном пути, подтверждение собственных ценностей, себя в среде, вокруг себя. Нет – увы, делай выводы, ищи новую метку, иди успешно, успех. Нет. Переможи себе і переможеш весь світ. Вам вдалося? Я когда-то себе в книге своей же для себя написал фразу такую: не сотвори себе кумира, стань им. Ну, первое не мое, второе мое, стань им. Учитывая... объективно, то, чего я добился, это без бахвальства. Я вообще люблю слово «заявление». И учил в прошлом году в этом же зале, встречаясь с гимназистами. Вот, к сожалению, сейчас из-за ситуации это не удалось. Сегодня, сейчас мы должны были разговаривать с гимназистами. Я им рассказывал про заявление. Человек должен уметь делать заявление. Мы это часто делаем формально, пишем заявление об устройстве на работу, заявление там куда-нибудь еще, но не вкладываем в это понимание, что это заявление о себе. То есть я должен понимать свои плюсы и минусы и не стесняться заявить о хорошем. Минусы можно сохранить для себя, для работы, а заявление о хорошем, поэтому я не стесняюсь говорить, что я умен, образован, воспитан, ответственен. Я могу продолжать. Имеется в виду, имейте дело со мной. Я того достоин. Я пример для подражания, если кому-то этот пример нужен. То есть я понимал, что если кому-то нужны кумиры, а они нужны многим, лучше пусть им буду я. Образованный, воспитанный, ответственный и так далее. Поэтому, если вот подводить такой итог сегодняшнего, да, я достиг очень многого. Значит, да, я покорил, я стал всемирно известным человеком. Я стал одним из ведущих специалистов в своем жанре.
Я в чем-то, в принципе, не подражаем на своем уровне, в своих отделах, вот, которыми я больше занимаюсь в этой области. Я советник у многих известных людей разных областей. Значит, мои мысли, мои учителя танцев, для них, политиков или кого-то еще, ценны и интересны. Они входят в круг их принятия решений. Из чего я для себя сам делаю вывод? У меня красная метка к этому времени. Есть успех, есть признание, значит, я на правильном пути. Зазвичай в танцях всі називають себе тренерами. Ви, ну, якось так по-старомодньому, учитель танців. Так і є. Тренер, від слова «тренувати», «тренировка» – це, в общем, більше к спорту має відношення. У нас сьогодні є таке направлення в танцях, яке я не приймаю, яке називається «танцевальний спорт». Я, наверное, был номер один врагом танцевального спорта и остаюсь в этом. Потому что я могу долго говорить, почему. Это просто нарушает божественный порядок установленный. Когда человек вмешивается в божественное, это всегда плохо. Мы можем только открывать божественное, мы можем себя в нем совершенствовать. Вот мы называемся творцами и что-то, как говорит, мы создаем, мы творим. На самом деле мы всего лишь открываем что-то очередное, давно задуманное Господом Богом. Но просто мне дано им же право открыть это сегодня. Неважно, это закон природы, какое-то художественное произведение. Да, оно через мое сознание прошло, которое опять ему принадлежит. Да, здесь сформировалось в моих нервных клетках опять, которые принадлежат природе. Поэтому мы, скажем так, мы артисты, мы творцы. Нужно понимать, все равно в этом вот кабинете природы. В любом случае. И если так понимать, то спорт в танцах, который изначально божественно является частью искусства, это нонсенс. Как и танцы в спорте. Потому что это не просто смена. Там спортивные танцы, я допускаю, они все-таки танцы. Часть искусства. Но могут быть балетные, джазовые, фольклорные, спортивные. В смысле соревновательные. Потому что у нас есть соревновательный элемент. Но когда сделали танцевальный спорт, всем объясняли, ну подумаешь, какая разница. Зато какие возможности, финансирование, там Олимпиада, Кока-Кола и так далее. Я уже тогда понимал, это же не просто смена слов, это смена понятий. Это стало теперь спортом, который может быть футбольным, баскетбольным и теперь еще и танцевальным. А отличие принципиальное. Спорт живет в системе абсолютных координат, искусство в системе относительных. Это их принципиальная разница. В спорте есть конкретно планка, килограмм, лунка, касание, не знаю, нокаут. Конкретные абсолютные вещи, по которым определяется победитель. В искусстве нельзя сказать, что Ренуар лучше Моне. Не, можно сказать, но это будет ваше личное мнение. Я считаю наоборот. Или Роден лучше Микеланджело. Это и значит относительно эпохи, выставленного света. Поставьте Мону Лизу в маленький чулан, народ заглянет, на дверях написано «Мона Лиза» и даже не поймет, где и какая Мона Лиза. Повесьте какую-нибудь современную, прошу прощения, галиматью в зале Эрмитажа, подсветите ее, создайте об этом медиа какое-то, не знаю, накачать народ. Даже вверх ногами народ все равно будет говорить, это интересно, это достойно. Поэтому это значит относительная система координат. Так вот, что пытаются сделать эти проводники танцевального спорта, как я говорю, они пытаются, извините, можно вырезать потом, они пытаются впихнуть невпихуемое. То есть они пытаются танцы из области искусства, которое в относительных координатах, засунуть в абсолют. Чем лучше им будет это удаваться, тем хуже будет для танцев. Они попали в вилку. То есть они должны теперь следовать уже структуре другой, давно за них продуманной. Они должны теперь просто соответствовать. Поэтому они вынуждены подводят это к соответствию абсолюта. И чем лучше они это делают, тем хуже для танца, и дальше они от него уходят. Вот в чем дело. Я философ опять, поэтому объясняю все вот такими категориями. Очень классно. И все-таки танцы – это искусство или спорт? Безусловно, искусство. В нем есть соревновательный компонент. И тут еще важная вещь, которую нужно понять. Как и в любом другом. Больше того, просто спорт лукавит, называя все, что соревнуется, спортивным. В этом лукавство. Весь мир находится в соревновании. Один из главных законов философии. Мир построен по принципу борьбы и единства противоположностей. В соревновании. Правого с левым, добра со злом, хорошего, белого с черным, и можно продолжить. То есть соревновательность – это не спортивный критерий, это философский критерий. Поэтому в искусстве может быть соревнование.
Поэтому мы соревнуемся. Да и есть, ну, в принципе. Естественно, оно, безусловно, существует, поэтому мы соревнуемся, но в области искусства. У нас есть судьи, так называемые. Но я, например, когда был президентом Международного танцевального союза, который создавал со своими коллегами, в противовес спортивной тогда, которая начала продвигать эти идеи, я добился, что у нас в наших правилах было слово не судья, не арбитр, а эксперт. Потому что мы, по сути, эксперты. Эксперт выражает личную точку зрения. Судья действует по закону. Есть правила, если виноват, дальше написано от 2 до 5. Вот в этих рамках судья будет уже решать то ли 2, то ли 5, в зависимости от доказательной базы. Либо адвокат поработал лучше, чем прокурор, либо прокурор лучше адвоката. Но решение уже понятно из закона. Доказана вина, значит, будет статья такая-то. Эксперт же выражает свою точку зрения. И мы можем опять быть с вами на противоположных точках зрения. Тому, кто обращается, важны обе. Он сам сделает вывод. Поверить вам или мне, или найти третьего. И потом, и решить потом. Поэтому то, что мы делаем как судьи в танцах или вообще в искусстве, мы просто производим экспертизу с уровня моего понимания предмета. Поэтому в искусстве, например, конфликт интереса заложен в структуру в соревновательном искусстве. В спорте они решили так. Тренер не имеет права судить, судья не имеет права тренировать, иначе будет конфликт интересов. А в искусстве это включено в матрицу, потому что если я хочу провести экспертизу или кто-то, кого он позовет для этой экспертизы? Лучшего специалиста в этой области, который работает в этой области. То есть в танцах, который сам творит этих чемпионов. То есть я оказываюсь опять в конфликте интереса. Я готовлю пары для конкурса, и меня же, как лучшего или одного из, зовут оценивать их. Но а иначе нельзя. То есть если позвать представителей Министерства культуры или спорта, не знаю, судьями туда, то мы все будем немножко неловко себя чувствовать. Точнее, они будут неловко скорее перед нами. Потому что они... Они не будут точно. Ну, по крайней мере, эта экспертиза явно может быть потом подвергнута сомнению. То есть результат, о чем, собственно, идет речь, результаты этой экспертизы можно будет подвергать сомнению. Поэтому это особенности, которые нужно знать, учитывать. А дальше просто задача организатора, если он хочет объективное некое решение сегодняшнего дня, он приглашает несколько, у нас нечетное количество, 5, 7, 9, там, 11 экспертов наиболее высочайшего уровня. Каждый выражает свою точку зрения. Дальше математическая система. У нас есть программа «Скейтинг» называется, которая собирает эти мнения. То есть если больше половины ставят паре первое место, из 11 6 поставили первое, и остальные шестое, пара становится первой. То есть эти шестые, но они в меньшинстве, получится все равно первое место. Есть другие, но в любом случае математика выводит конечный результат. И это результат сегодняшнего дня – объективный, как совокупность субъективных мнений наиболее развитых экспертов. Вот так конфликт интереса каждого из нас нивелируется нечетным количеством определенного набора судей, и поэтому этому результату можно доверять. А вот як на ваш погляд, можна дитину, ну, є такий вислів, з-під палки заставляти займатися танцями, да будь-якою іншою справою. Знаєте, я такий вислів, за вуха тягнути до щастя. Ну, з позиції батьків. Знаєте, можливо, кого-то удивлю, скажу «да». Я не помню фамилию этого известного профессора музыки. По-моему, он Когана учил. Он всегда говорил, мне не нужны талантливые дети. Мне нужны сумасшедшие мамы. Или родители, да? Сколько великих людей стали великими не потому, что в 7 лет мечтали о музыке или о сцене, прям бредили об этом, еще только памперсы сняли, в носу ковыряясь, прошу прощения, да? Родители, либо удовлетворяя свои неудовлетворенные амбиции, либо как по каким-то другим, более благородным, скажем, причинам, повели ребенка туда, и он стал великим. Поэтому скажу «да». Вопрос в другом опять. Всегда нужна гармония. Вот я обычно так рассказываю, что нам всем от рождения насыпана одинаковая компонентная база. Вот Боженька вот так с совочком провел, и в 12 ячеек шик, засыпаны. Вы уверены? Абсолютно точно. Просто в какую-то может попасть больше, в какую-то меньше, в какую-то может вообще не попасть. А может вообще промахнулся, и бывает и такое, да? Но имеется в виду, что 12 ячеек,
И в них что-то легло. Вот задача тех воспитателей, которые рядом, начиная с родителей и всех, кто потом в этом образовательной системе включен, рассмотреть, где насыпано больше. Мы потом называем это талантом. Потому что это как бы дает преимущество изначальное, уже божественное, развиваясь в этой области, иметь потом успех относительно тех, кому насыпано в этой было меньше, но они пошли туда же. Вот так работает система. Поэтому рассмотреть можно. И ребенок, на самом деле, спрашивать его в этом возрасте, ну, зависит от возраста, конечно, от ребенка. Вот сейчас, например, я слышал в Москве, девочка 8 лет сдала ЕГЭ и поступила в МГУ. Хотела на бюджет, не прошла по баллам, потому что там, ну, очень высокий конкурс. Папа заплатил, и, ну, в смысле, заплатил за образование платное, теперь она учится на философском, нормально, на психологии. В МГУ. 9 лет ей только исполнилось. Ее сестра, семилетка, сдала ОГЭ. Это у нас как после вот 8-го, среднее образование. Вот такая семья. 5 детей, оба родители психологи при этом. Вот такая борода у папы. Они учили ее сами. Это, конечно, такой для системы образования. Представляете, то есть они говорят, мы просто по-своему учим. Имеется в виду, что... Вы не очень правильно учите. Это не дети Вассермана. Это не дети Вассермана, нет. Он, правда, похож с бородой немножко, да, но нет. И, конечно, куча мнений, зачем это нужно, почему вы портите ребенку жизнь, у него должно быть детство. И он еще рассчитывает, что она за 2 года закончит МГУ. Зачем ей учиться там 5 лет, она закончит за 2 года. Да. Возьмут ли ее потом на работу, какой из нее там... Дело как бы не об этом. Я думаю, что родители в данном случае, наверное, в хорошем смысле ставят определенный эксперимент. При этом они не, вот я слышал интервью, это не сумасшедшие, которые реально себя там удовлетворяют, не ради там пиара. Выглядит, что это действительно из благих побуждений. Они, может быть, опять, добрыми делами дорога в ад мощена. Все мы знаем библейское. Может быть, когда-то это чем-то обернется и не очень для этого ребенка. И наверняка где-то выскочат вещи, которые даже предположить было бы трудно. Но вот в этой ситуации сейчас выглядит интересно, правда? Поэтому внимание родителей к тому, что делает ребенок, куда пойдет, нельзя ни в коем случае не учитывать. И нужно иметь в виду, что оно может не совпадать с сегодняшним желанием ковыряющегося в носу 5-летки или 6-летки. Он вообще, мой 18 лет сын, я вам только что рассказал, еще не знал, что ему делать. Сейчас все в порядке. Но нужно было пройти опять папы на воспитание, мамы на воспитание. А прошел такие? Ну да, у нас, правда, вот с моим старшим сыном было так, что мы разошлись с моей женой, его мамой, когда ему было 3,5 года. И они были в Германии, я был в Москве, и я 12 лет летал каждый месяц к сыну из Москвы в Германию, чтобы быть с ним 3-4 дня. 12 лет каждый месяц я летал к сыну, чтобы быть с ним. Я единственный, кто говорил с ним на русском языке. Мама говорила только на немецком, бабушка только на болгарском, потому что мама болгарка, но говорила на... Я только на русском. И вот когда я не мог быть с ним постоянно рядом, я понимал, что мой сын просто даже языка не будет знать. Книгу, которую я посвятил ему, эта книга вот синенькая, она написана в подарок моему сыну Валентину. Это было еще, она тоже сыграла свою роковую роль в нашем разводе, потому что, приезжая к ним в Германию, работая по всему миру, я недостаточно с точки зрения жены уделял, и, наверное, она была все-таки права, теперь я понимаю, времени ей, в том числе занимаясь книгой, потому что, ну, как говорят, перла. Вот этот момент прям, вот нужно было сидеть и работать. И я не додавал ей. И я понимал, что мой сын не сможет даже прочитать книгу ему подаренную. Это был мой отцовский опыт, моя страховка была такая. Вот я так решил, упадет мне кирпич на голову, но у сына останется опыт его 40-летнего тогда папы. Вот так эта книга была написана, моих стихов, афоризмов. Поэтому я летал 12 лет, поэтому мой сын говорит на русском языке. Плохо, с ошибками, он его никогда не учил. Мы переписываемся, очень интересно, потому что он умеет читать по-русски, но не умеет писать по-русски. Поэтому я ему всегда принципиально пишу по-русски, чтобы он тренировался. Я единственный опять для него русский пока, как бы источник русского языка. Он мне всегда отвечает по-английски, потому что я немецкий недостаточно хорошо знаю. Вот такая у нас переписка. Я ему, и это не хохма, как бы, это не наш прикол. Я принципиально, он знает, делаю, чтобы он тренировал свой русский хотя бы в моих коротких там смс. А он мне отвечает, потому что папа просто по-немецки не прочитает достаточно так, чтобы понять, о чем речь. Так вот, он в 18 лет еще не знал, чего он хочет тогда. Поэтому, безусловно, можно и нужно. Хоть за уши, хоть за руку и так далее. Лучше, конечно, если ребенок... Я, например, маму в первом классе за юбку дергал. Я в ДК КРЗ услышал баян.
Случайно почему-то мы там были, и я вот так сбоку проходил, и из-за вот этого с бокового выхода на сцену услышал. Я так заглянул там между кулисами, увидел баяниста играющего. Я влюбился. И я ходил за мамой и дергал: «Мама, запиши меня на баян». Так я получил музыкальное образование по баяну. Мне было 7. Они меня отговаривали, обычно меня отговаривали: да подожди ты сейчас, только школа начнется, еще же 8-я, специальная, там и так далее, надо посмотреть. А я хочу на баян. Я занимался, потом уже было фортепиано, гитара ударные уже самостоятельно, саксофон любимый не успел освоить, бенды там, фестивали, песни, победы и так далее. Но вот я тогда это захотел. Мой сегодня младший сын, которому у нас их трое сейчас, да? Вот младшему было, он сейчас 9, было 8, пошел в первый класс 7 лет. Этот захотел скрипку. Вот захотел. Конечно, да. Правда, сегодня, это правда еще не из-под палки, но напомнить нужно. И он рад, если мы не напомнили. И вечером: ты сегодня играл? Нет, пап. Я говорю: как же так? Ой, ну я завтра час вместо сегодня получаса, да? Ну, понятно, что он не будет, скорее всего, музыкантом. Но это важно. Мы его туда отдаем, он будет заниматься до тех пор, пока это не станет ему реально уже вот не хочу, потому и уже будет давить на его я, потому что это нужная часть образования. Понять мир еще и через музыку — это замечательно. Средний у нас 15-16 лет сейчас. Этот наоборот, в 13 лет мы себе купили гитару с женой, потому что оба играем. Так, для себя, хотя времени не было, но решили, вот может будет гитара, так начнем. И он в 13 лет, учась в гимназии с художественным уклоном, но на факультете художественном, он взял гитару и стал по интернету учиться на гитаре. Через полгода мы увидели, что это уже превращается во что-то серьезное. Мы взяли учителя. Раз в неделю он ходил заниматься частно с учителем. В этом году он перевелся с художественного факультета на музыкальный в своей гимназии. Он уже 100% будет музыкантом, причем это только прогрессивный рок. Я не слышал этих групп, как King Crimson и так далее. Это как высшая математика в музыке. То есть есть классика, это высшая лига, а есть экспериментальная. Вот это вот прогрессивный рок. То есть я понимаю, что наш сын, он уже не просто, он специалист в этом, он уже критик, он уже пишет сам музыку, аранжирует в 16 лет. Его сейчас прослушали, он говорит: странно, у меня так мало спрашивали, я так сильно готовился. Сам готовился, он вообще не проходил вот эти 3 года, которые прошли другие. Он никогда вообще не занимался музыкальной грамотой. С учителем они просто занимались техниками. У него не было ни сольфеджио, ни хора, ни грамоты. Он все это учил самостоятельно в интернете. И они ему мало, и он волновался, ему сразу ответ не дали. Спасибо, все, 5 учителей пришли его прослушать. Волновался парень, не спал ночь, плакал. Потому что у него никогда не было. Он запрещает показывать записи. Я бы вам мог, я потом после запишу, покажу, как он, если он не увидит, нет, сейчас, потом. Я вам скажу так, я когда отправил это на фестиваль друзьям в Испанию, просто видео, они говорят: привози, это гран-при. У нас тут $3000, призовой фонд 100%. Я говорю: Саш, есть возможность на фестивале выступить? Категорически нет. Я не готов. Это еще далеко от совершенства. Он не выступает. Он гениально, правда. Вот дам потом послушать, как он играет. Он запрещает даже показывать. Он говорит: это еще далеко от совершенства. Я не готов выступать. Хотя понятно, что он все равно это, этим. И вот это у него было, скажем так, первое серьезное выступление перед профессионалами. И он не понял, какой в результате вывод. На следующий день ему в школе один из них сказал: да, конечно, тебя взяли, а что так мало спрашивали? Да мы сразу поняли, что не нужно много спрашивать. Все было понятно. То есть у парня теперь, вот сейчас я жене звоню, я здесь, у нее первые дни в школе, там с 6-го у нас в Австрии начали учиться. Она говорит: у Саши все сошлось. Все, ему нравятся учителя. У него был первый урок по музыке, теперь у него они в программе 2 урока индивидуальных с учителем прямо в гимназии. У него все сошлось. Я рад. То есть вот он уже в 13 лет, правда, понял, чего он хочет. Хотя парень головастый, безусловно, талантов масса. И, казалось бы, станет сейчас рок-музыкантом. Вы вообще родители в своем уме? Вам вообще... Да. Прогрессивные родители. Мы как раз... Но это не хард вот этот рок. Это там 15/8 музыкальный размер, который при этом плавает. У одного музыканта он идет в этом, у другого, и потом через какое-то количество тактов они опять сходятся. Это математические модели, которые подключены там, да? То есть это совершенно другой... Это вот высшая лига. И они как бы не деньгами живут.
Это не платиновые золотые диски, это не концерты и турне по миру, где лаве там стригут, как называется. Эти скорее чаще бедствуют. Ну, не бедствуют так, окей. Но у них есть как бы свои покровители, если ты серьезен. Это как с классической музыкой. Ведь ни один оркестр классический не выживает без дотаций. Это невозможно. 50 музыкантов классного уровня, таких высочайшего. Залов, высочайшего. Таких залов нет. И какая цена должна быть билета? 1000 человек, например. Ну, запустили мы 1000 человек. У них зарплата должна быть соответствующей уровню. На 50 человек один концерт отыграть. Надо по 1000 долларов продать 1000 человек билетов, чтобы оплатить. Их просто не купят, эти билеты. Поэтому классический оркестр бывает всегда либо государственным, либо там филармонии, неважно. Дотация должна быть либо от государства, понимающего ценность, либо какие-нибудь фонды или меценаты. Какие меценаты? Богатые люди не в смысле заработали бабла. Богатство человека определяется не нулями на его счету, а его способностью в определенный момент подняться до уровня понимания того, что теперь он должен этим делиться. И делиться лучше всего, конечно, с высоким. Потому что когда ты делишься с низким, это вот бездонная бочка. Это не значит, что этого не нужно делать. Но тут вот как подаяние. Надо понимать, дал и просто забудь. Это, скорее всего, не знаю, в песок уйдет, по карманам растворится и так далее. Они помогают вот этому высокому. Потому что они понимают, эти развитые, богатые в этом смысле люди, что если я не помогу классическому оркестру, эти музыканты завтра расползутся по подземным переходам зарабатывать себе на жизнь. А мне придется слушать вот эту попсу на трех аккордах. И я повешусь. То есть если у меня в жизни, в музыкальном искусстве, не будет соответствующего моему высокому уровню продукта, я просто буду обделен теперь этим. Понимая это, я должен понимать, что вот поэтому я должен помогать этому оркестру быть. Играть своих Шопенов, не знаю, Бетховенов, всего остальное. Только хотя бы для того, чтобы мне и моим друзьям можно было вот прийти после тяжелой работы заработков, да, посчитав наши нали на счетах, сделав все переводы и получив, просто сесть, закрыть глаза и улететь в этой высокой, потому что мы способны ее понимать. Плебей опять не понимает классическую музыку, потому что она не для плебея. Она написана для человека развитого. Какой вывод из всего, что я сказал, можно сделать? Что люди разные. Идеи равенства противоестественны. Мы по сути разные. Я никого не хочу обидеть. Я могу оказаться неразвитым в этой иерархии. Но это просто факт. И это не значит, что это плохо. Так устроен мир. Опять никого не обижаю, я называю людей вот таких, недообразованные, по разным причинам, недоумные, недовоспитанные и так далее. И когда-то я страдал от этого, правда, я проводил конгрессы, я приглашал людей, все было открыто. Не шли, не хотели. Я не понял, почему. Я реально терялся. Я думал, люди, я же хочу вам помочь. И однажды фраза, просто одна меня спасла от этих вот моих стенаний. Я прочитал, древние греки говорили, худших всегда большинство. И я вдруг понял, что это норма. Я не могу помочь всем неграм в Африке. Я могу им сочувствовать. Я могу дотацию какую-то дать в какой-то фонд, который им помогает. Но я не могу, тем более не могу им помочь, если они меня об этом не просят. А те, которые просят у нас в Вене попрошаек полно, румынских, там, не знаю, болгарских, возможно, никогда не даю. Когда лежит передо мной распростертый вот так вот на коленях, они так лежат, вот даже лица не видно, вот так, перед ним эта баночка, мы всегда проходим мимо, и я детям говорю, никогда не дам. Он себя не уважает. Посмотрите, как он унизился. Он лег, не то что там сел, он лег передо мной. Если бы он подошел ко мне в полный рост и сказал, мужик, помоги, ну беда. И если я ему поверю, да не проблема, помогу. Но когда он унизился настолько, чтобы даже лица своего не показывать, не помогу. Вот это просто это моя философия. Он не достоин помощи, потому что он унижен собой же, даже не обществом. Он сам себя не уважает. Таким помогать не имеет смысла. Или жена однажды купила одному из них у нас возле магазина, сидит все время с таким лицом, здоровый парень, сидит все время, я голоден. Она ему купила бутерброд. Ну, просит деньги, но раз голоден, она ему купила бутерброд. Себе поколмил. Так он говорит, нет, я этого не хочу, я хочу с мясом. Ну,
ладно бы еще без мяса, я понял, человек натурал, ну, натурал, мы тоже сейчас не едим мясо там, я не пью алкоголь, закончил, то есть здоровье заботится. Я бы тогда, ладно, заменю тебе. Но тут, в общем, им не продукты нужны, им деньги нужны. И однажды я видел вот компанию, собравшуюся на какой-то станции метро вместе, я их вижу в разных местах, они только меняют точки, она то беременная сидит, то ей на операцию не хватает, у нее все время какие-то разные истории в разных местах. Одно и то же лицо такое на бок склоненное, всегда рюкзачок сзади, чтобы вот это под коленки подстелить, там, не знаю. И вот это вот одним шрифтом всегда, одной рукой написаны эти объявления. В общем, это мафия определенная. Я не хочу в эти игры играть. Это я вот про высокое искусство. Поэтому нужно помогать высокому. Потому что без него будет низкое. Всегда опять это чаша весов. Та самая философия. Борьба единства противоположностей. Если не будет побеждать это, будет побеждать это. Это касается любого общества. Это наднационально. Это надличностно. Это законы природы. И я, наверное, молодец в том смысле, что я их сумел понять. А теперь еще благодаря вам, спасибо, могу этим и делиться с другими. Останні років 10 Україна такими семимильними кроками прямує в Європу. Ну, в крайньому разі, нам з голубих екранів щодня політики, наші самі головні в Україні, про це розказують. Ну, зараз не про це. Знаєте, як в школі танців Соломона Фляра. І ми так крокуємо, шаг вперед і два назад. От здається, що щось на кшалт цього. Ви, я так зрозумів, останні там роки живете, 6 років живете в Австрії, в Вені. Що там так гарно і що так у нас погано? От в чому різниця? Когда мы переезжали, как всегда, были разные, поскольку люди не знали истинных причин нашего переезда, разговоры были разные. Причем это 14-й год, 15-й, еще как раз и украинские события. И много всего было. Там эмиграция, сбегают, там, не знаю, предатели. Мы из Москвы уезжали. Ну, чего только не было. Причина, на самом деле, в том, что у моей жены был рак. И то, что нам предложили протоколы лечения в России, нас категорически не устроил. То есть вот отсечение груди, когда я услышал эту фразу, она не укладывалась ни у меня, ни у жены в голове, у моей красавицы, которая всю жизнь себя лелеяла, никогда не пила алкоголь, никогда не курила сигарет, никакой наследственности вредной. То есть мы просто искали, где оперироваться. И то, что нам предложили в Австрии, подошло наилучшим образом. А главное, что мы любили эту страну уже достаточно долго. Каждое лето мы обязательно в горах проводим время с семьей. Обязательно должно быть море. Оздоровление обязательно горы. Вентиляция вот легких, сознание. Это тишина звенящая, этот запах этих вот козлиных какашечек кругом. Этот легкий ветерок там где-то на 2000 метров в Альпах. Мы ходим туда, мы не катаемся на лыжах, потому что бережем ножки. Танцоры все-таки. У меня как-то всегда умею. Не очень хорошо, но умею. Но как-то всегда есть опасность. А вот летом мы хайкинг так называемый. Ходим по горам. И когда я ей сказал, что выбирая вот между Израилем, там, Америками, Германией, друзья сразу начали предлагать, у кого были ситуации, знакомые, я сказал, что можно делать в Вене, она расплакалась, сказала, конечно, в Вене. И мы сделали операцию, ей сделали операцию там, и потом просто каждые 3 месяца она должна была проходить контроль, и вот после первого чека доктор, который оперировал и вел ее, сказал, что мне нужен полный контроль. Это не было желание, я как отец, как глава семейства должен обеспечить ее присутствие там постоянным. Все. У меня никогда не было мысли про эмиграцию, правда. Ну, даже и так. Я думал так, я могу уехать, например, под хороший контракт куда-нибудь. И, скорее всего, конечно, в англоязычную страну, потому что у меня, благодаря 8-й школе, в том числе, база, прекрасный английский, и у жены и так далее. Уж точно не немецкоговорящая страна. И мы снимаем пустую квартиру в Вене. Пустую, вот просто пустую квартиру. Мы спим на полу с женой. И я говорю, Веронька, мне 53 года. Я состоявшийся человек. И мы с тобой сейчас, у нас ни ложек, ни вилок, ни мебели. Ну вот так, сняли пустую квартиру. Потом ее 3 месяца наполняли, потом перевезли детей. Она говорит, Лень, ну как интересно. Ведь как интересно. Потом просто вот, то есть мы вынуждены остались там.
Потом опять жизнь как-то устраивалась, появлялись детей, нужно было отдавать в школы, в садики. Дальше все, они уже стали говорить на языке и так далее. Потом мы просто почувствовали, что нам здесь комфортно. Пошло. У жены очень, она психолог, замечательный, уникальный психолог. У нее какое-то вот развитие пошло, прям вот, знаете, поперло в хорошем смысле. Москва была большая, такая пробочная, сложная во многих отношениях. А здесь вот наш формат, чуть меньше 2 миллионов. Ни много, ни мало. Ни в деревне чувствуешь себя, чтобы чувствовать себя маленьким, и не огромное, чтобы потеряться. Город огромной культуры, истории. И когда мы делали интервью, потом специально в Москве делали интервью, и объясняли, вот мы решили объяснить наш вот этот мотив. И мы говорили, мы не едем туда потреблять. Мы не те, кто едет за социальной помощью. Мы едем туда делиться, мы самодостаточны. Мы что-то возьмем у них, обогатимся, но мы очень много можем дать им. Вот это наша позиция была. И у нас очень срослось, потому что город музыкальный, город культурный, Вена. Центр во многих отношениях. Это и мультикультуризм, бывшая империя, которая включала в себя разные языки. Не очень хорошо говорить по-немецки, там норма. У 30% венцев немецкий не родной. Это притягательный центр. Это центрическая система. Вот есть города центрические, которые есть центр притягательный, работающий. История там отреставрирована, она функционирует. То есть, ну, многие, для меня, мне все равно, я учу по всему миру. Я не привязан к школе танцев Леонида Плетнева. Школа танцев Леонида Плетнева – это весь мир сегодня. Я человек мира. Мне все равно, откуда мне летать, в Китай, в Америку, в Сингапур на уроки и давать лекции. Неважно, поэтому я в этом смысле был свободен. И поэтому мы сегодня продолжаем жить в Вене. Хотим ли мы вернуться? Вопрос не стоит, хотим мы или не хотим, нам сегодня комфортно. Еще для меня, как опять для отца семейства, важно, что это безопасность. Это нейтральная страна. Она не входит, например, в блок, ни в какие блоки, не имеет права после того, как война, я не знал этого, после войны. Это единственная, кстати, страна, которую советские войска освобождали и которая не вошла в наш восточный соцлагерь. Она осталась западной. Но она была разделена на 4 части, как Берлин. До 50, по-моему, 4-го или 7-го года. Они отмечают это как день независимости, когда вот эти вот победители, но для них оккупанты, все-таки ушли, и это у них день независимости. Но ушли под условие. Австрия не должна вступать ни в какие блоки. Поэтому заметьте, когда кому-то нужно встретиться, а отношения при этом не очень, по дипломатическому протоколу нельзя ехать на переговоры к сопернику. Ты будешь как бы в невыгодной позиции. Или он к тебе. Поэтому всегда нужна нейтральная территория. Поэтому, когда такие отношения не очень, встречаются в Вене. Потому что она нейтральна, как бы обе стороны в равных условиях. Поскольку она на этом в том числе стоит, там хорошая служба безопасности, это важно. То есть они будут обеспечены security и так далее. Там высокий сервис, достаточные отели, можно разместить делегации и так далее. В общем, много преимуществ у этого есть. И для нас очень важно, что мы живем, для меня, как для архитектора, мы живем в этом районе вот этой вот венской архитектуры. Ведь вся классическая Европа, она построена фактически венскими архитекторами. Вот европейская архитектура, она венская. У Жванецкого было. То есть, если побывал, так можно уже не ехать, что все одинаково, так да, можно уже не ездить в Прагу, в Будапешт. Все же одинаково. И вот я просто хожу по этим улицам, и вечерами сейчас, когда они замечательная погода, мы гуляем там традиционным маршрутом через Кертнерштрассе, к Заноне, итальянское мороженое, едим, возвращаемся. Я просто дышу этой атмосферой красоты, этими пропорциями, которые я знаю. Для меня это не просто красиво, я знаю почему. Я знаю золотое сечение, и я его вижу. И я вижу, как же гениально. Даже не архитектор сумел. Он молодец, что он узнал закон природы и пошел по этому законному пути. И поэтому получилась законная природная красота. Для меня это принципиально важно. Мы сейчас думаем поменять квартиру, нам нужна еще одна комната. Дети подрастают, особенно наш этот музыкант. Ему бы уже выделить как бы свое пространство. Так они вдвоем, 2 мальчика в спальне. И все, что новое мы смотрим, оно все с низкими потолками. А у нас так называемый альтбау, это вот старая постройка, высокие. И мы ходим, смотрим, и я понимаю, вот все подходит. Давит потолок. Вот когда ты уже пожил, вот это не значит, что это не вот это. Это внутреннее ощущение вот этого комфорта. Для нас, для уровня нашего развития, нашего восприятия среды, для меня это важно. Нет, если грянут лихие, не знаю, там, годыны,
Я могу и в землянке, я вырос здесь, я знаю, что такое голодать, я знаю, что такое не иметь, я знаю, что такое брат, знает, что такое донашивать за старшим, там, делиться чем-то. Я смогу все пройти, если заставит, но могу себе сегодня позволить все-таки удовлетворить свою выросшую вот эту вот потребность. И раз могу, хочу удовлетворять. Потому что, опять, жизнь одна. И мы не сбежали от проблем. У нас в Москве все было в порядке. У меня был в порядке бизнес. У нас была прекрасная квартира. Мой дом был почти готов, который пришлось продать, потому что нужны были деньги на операцию. Мы делали, естественно, без страховок в чужой стране. Тогда это... То есть это отдельная история. Пришлось занимать пока. Продавал в кризис, когда все упало. Ниже, чем он вообще был, стоил и сколько я в него уже вложил. Это отдельная история. Поэтому, когда меня вот спрашивают про успех или про счастье, счастлив ли Леонид Плетнев? Можно ли его, когда Наташа Черкасенко меня вот тоже в Сумах делала программы, спрашивала, можно ли назвать Леонида Плетнева счастливым? Я сказал, знаете, я за свое счастье заплатил очень дорогую цену. Я его никому не пожелаю, моего счастья, так, как вы его видите. Оно у каждого свое. Но могу сказать, что я действительно со своей точки зрения счастливый человек. У меня прекрасные дети, счастье родительское присутствует. Я успешен в своем деле, которое выбрал себе. Значит, я счастлив. У меня третий брак, но я не планировал его третьим, а может, или там четвертым держу. Каждый был раз и навсегда, как это всегда бывает. Но так случилось. А у моей жены, кстати, четвертый. Представляете, у нас уникальная семья. У нас 7 браков на двоих. Нормально? И мы 12 лет вместе, и мы ни разу и никогда не ругались. У нас даже поводов нет для этого. Настолько мы, видимо, вот этот опыт мой и ее, понять, что ценно, что нет в отношениях в семье, мы настолько это восприняли правильно и сделали выводы, мы можем с ней различаться во взглядах, мы можем спорить, но мы никогда не ругаемся. Уникально. Про Европу вы спросили, собственно. Да. Меня надо останавливать, я могу долго уходить. Так уж хороша эта Европа, мы живем там. Могу сказать опять, что нет рая на земле. А если б был, все б туда побежали и загадили бы. Поэтому его и быть не может. Его и быть не может, по определению. Вот по этой формуле быть не может. А посему везде есть что-то хорошее, есть что-то не очень. Есть свои преимущества, есть не очень. Например, языковая среда. Это важно? Вот у меня в книге есть афоризм. «Я к родине привязан языком». Абсолютно правильно. Это способ моего выражения мысли. Моя книга написана на русском языке. Даже зная хорошо английский, я не смогу ее написать или не смог бы на английском. И думать не сможете на английском. И думать не смог бы, да. Можно, конечно, довести себя, как многие там уезжают, да. Живут долго, начинаешь... Это, кстати, есть показатель, что ты начинаешь реально осваивать язык, когда ты начинаешь на нем думать, когда тебе перестает быть нужным транслировать его, переводить внутри. Ну, а с другой стороны, это говорит о какой-то ограниченности человека. В том числе. Так вот, например, меня пугает, куда сегодня идет Запад. Меня пугает. Моя жена закончила очередную академию, она умрет с учебником в руках. Вот это такой человек, которому все время нужно учиться. Мы ее похороним, если я это буду делать. Лучше она меня сначала, но когда ее будут... Живите долго вдвоем. Мы, кстати, рассчитываем лет на 120, скажем так. Правильно. Она постоянно учится, да? И сейчас улетела мысль. О чем я? Верните меня. Про Европу. Да. Куда мы идем? Вот она закончила очередную уже Виталь Академии, так называемую, по травам. То есть она натуропат. Она серьезно занимается здоровым образом жизни. У нас вообще в семье очень много интересного. Вот в нашем быту, в то, чем мы пользуемся, чем мы чистим зубы, шампунь, который... Мы не пользуемся посудомоечной машиной. У нас нет сковородки вообще в семье. Такого нет понятия в семье. Сковородки нет у нас такой. Мы ничего не жарим. Это не значит, что мы чокнутые. Не значит, что мы вот эти веганы или там вегетарианцы, вот эти ненормальные, с этими худощавые, с этими глазами, длинные волосы, обычно в пучок там, покупают биопродукты. Как видите, я совершенно нормальный мужик. И если припечет, я съем это мясо без проблем. Просто я однажды понял, что я хочу уменьшить по возможности, насколько это в моих силах, негативное влияние на себя. Мир не идеален. Я на него не очень иногда хорошо влияю, а он на меня уж точно тоже часто не очень. Поэтому там, где могу, я решил уменьшить. Это моя философия. Так вот, например, ну вот всякие либеральные ценности, свободы, которые очень доминантны были в последнее время. Я так танцора учу. Есть система приоритетов. Какой самый главный приоритет в человеческой жизни?
Сан Саныч, вот главное, что в человеческой жизни. Вот самое главное. Ну, давайте помогу для начала. Ценность самой жизни. Ну, да. Поэтому нужно сделать все, чтобы сохранить жизнь. В Коране, например, написано, что если это... Коран позволяет обмануть, если это спасет жизнь. То есть Аллах тебя не накажет, если обман был во спасение жизни. Да? От обратного хорошо, обычно на лекциях рассказываю, понимать, да, что мы делаем с преступником, который вот отнял человеческую жизнь, убил. Что? Вот самое страшное, что мы делаем. Мы его казним. Да. Опять отнимаем у него самое дорогое. Если не казним, какое следующее по уровню наказания? Мы его лишаем свободы. Сажаем в тюрьму. Приоритет номер два – свобода. Итак, приоритет номер один – ценность жизни. Номер два – свобода. Поскольку 70 лет, чуть больше, после Второй мировой войны, не было глобальной угрозы жизни, на первое место как бы вылезло второе – свободы. Поэтому пошли все вот эти вот ценности, либеральные. Я опять сейчас не хочу обидеть либералов, не хочу обидеть демократов. Я аналитик. Я смотрю на структуру с точки зрения гармонии и мироустройства, и законов. Вышли эти на первое место. Из них уже вышли всякие неформалы сначала. Теперь вот эти меньшинства и так далее. Но то, куда это уже заходит сейчас, то есть я натурал. Вот я натурал, на все камеры скажу. И у нас семья такая, традиционная, как мы говорим, да? И это не значит, что я против вот тех, которые хотят жить по-другому. Это их голова. Но, что очень важно, есть так называемое понятие личного пространства. Вот мне все равно, с кем они проводят ночи, с кем они дружатся или ходят за руки. Это их личное пространство. Но я считаю, что неправильно это выносить на уровень закона в государстве. Поощрять это. Или давать в этом смысле права. Пусть они опять на меня не обижаются. Заметьте, у меня есть друзья, хорошие друзья, имеющие какие-то вот сексуальные, другие, не мои, нетрадиционные ориентации. Но я считаю неправильным выносить это на уровень закона. Это нарушает... Есть вот понятие божественного порядка. Хотим мы или нет, религия будет всегда, потому что это определенный минимальный порядок вот для общества, которое, повторюсь, разное. Это рамки, потому что если их не будет, будет хаос, будет просто Содом и Гоморра. Все знают, чем закончилось там. Поэтому рамки должны быть. Религия определяет вот эти минимальные рамки, вот как кабинет мы сейчас сидим, вот этой сцены. Этому уровню нельзя дать свобод больше, иначе будет хаос. Они сами себя съедят. Растет человек, рамки отодвигаются. Растет еще, отодвигаются. Они всегда есть, просто они могут быть разного размера. И вот от уровня развития человека ему как бы и позволено больше в результате. Но есть все равно вот эта базовая среда. И там написано, что Господь создал Адама, а из его ребра Еву. Там не написано про другие полы, пола, не знаю, как правильно это просклонять. Их сегодня уже, по-моему, 80 я читал. Но это же маразм, ребята. Это же маразм. Мне очень нравится, как поступили венгры. Они очень своеобразны в Европе. Они там, у них это вот заноза, извините, в мягком месте, да, венгры. Этот Орбан. Он у них прям, они, вот есть решение, знаете, редко бывает какое-то вот прям, чтобы всех, вот чтобы было вот по-божественному и чтобы люди. Вот мне кажется, это решение гениальное. Они решили так. Ваше тело – это ваше дело. Делайте с ним, что хотите. Но в паспорте у вас будет написано «пол по рождению». А как определяется пол, еще когда ходят на УЗИ? Да? Очень просто. УЗИст вводит этим аппаратом. Если он видит вот тут вот такую штучку – мальчик. А если не видит – значит девочка. Ни один из 80 там, да, сегодня надуманных. Либо есть, либо нет. Божественно. Поэтому любые наши человеческие попытки нарушать божественное всегда будут наказаны. Так устроена природа. Если мы нарушаем, мы будем наказаны. Если мы следуем, мы будем поощрены. Поэтому, когда, я уже говорил сегодня, если человек вмешивается в природное, типа, у меня в книге есть афоризм опять, вот шучу иногда, читайте классиков. Леонид Плетнев, книга с реверансом, да? «Я пришел, — гордо сказал человек природе. О, ужас! Тихо подумала про себя она. Я пришел, типа, сейчас буду тебя покорять». Вот задача человека, божественная же задача опять, понять законы природы.
природы. Понять, что это гармония мира, потому такая и гармоничная, и красивая, что она живет в согласии и в балансе внутри. Когда мы туда вмешиваемся, считая типа «я лучше тебя знаю, природа, как надо», это всегда будет нарушать природный баланс. А физика, опять же, великая наука, гласит, что любая природная система стремится к балансу. Это закон природы. И если мы его нарушили, она будет его балансировать сама. Как? Она будет убирать дисбаланс, который мы в него внесли. Значит, мы пострадаем. Я не хочу страдать. Поэтому я придерживаюсь ценностей. Не потому что опять я традиционал, потому что Леонид Плетнев... Я понимаю закон природы. И понимаю, что будет наказание. Я не хочу быть наказанным. Я хочу жить по-природному. Вот поэтому Европа вот в этом смысле мне не импонирует. Это не... Более того, например, в Австрии, например, при получении гражданства, например, они внесли теперь это вот в список вопросов. То есть ты должен ответить, придерживаешься ли ты вот этих самых ценностей. Да. Честно скажу, если когда-то дойдет до этого, я не знаю, как я отвечу. Честное слово. И когда на кону будет, вот они мне потом скажут, нет, ты недостоин, или да, достоин, я, знаете, я, наверное, скажу, что я не согласен. И черт с вами, и черт с вашими благами, или там, чем ваше там, это гражданство мне может дать, я, наверное, не смогу через себя переступить. Ну, если я не изменюсь к этому времени. Возможно, кто-нибудь когда-то мне сможет из этих вот что-то объяснить такое, что, парень, ты, конечно, молодец, но ты не учитываешь. Возможно, я чего-то не учитываю. И, может быть, я же опять не идиот, я открыт для информации. Я хочу наполнять свою компонентную базу тоже дальше. Возможно, придет что-то такое, что подвинет меня к изменению и коррекции моих взглядов. Может быть. Не дай Боже. Но не уверен. И вот закончу этот как бы пассаж тем, что по-прежнему каждый вправе решать для себя сам. Но мы общественные существа. Вот задача общества, уж прежде всего, именно человек может сойти с ума. Это нормально. Если общество сходит с ума, вот это уже опасно. Одного человека можно, в конце концов, изолировать. Когда общество сходит с ума, это просто опасно даже не только для него самого. Вот. Это опасно для соседей, естественно, сразу. Вот сейчас в Афганистане началось. Они, мне кажется, меньше переживают там, чем мы все вокруг. Правильно. Потому что для них это бедность – норма. Для них это вот неустроенность – норма. А для нас, понимаешь, что эта неустроенность сейчас покатится через границы, это уже опасно. Европа с этими беженцами, сначала вот сирийскими, теперь этих ждут. Это вот обратная сторона либерализма, мультикультуризма, который благородно звучит. Объединение культур. Пожалуйста, встречаем с плакатами. You're welcome. Не работает. Они хотят жить по своим законам. А им говорят, нет, вы приехали к нам. И я понимаю, вы приехали в чужой монастырь, со своими псалмами не ходят. Библейское. Но они хотят жить своим. Они хотят мечети. Поймите, у меня жена... ну, не сказать мусульманка, но она нашла в этой системе совпадение со своими ценностями. У нас интересная семья, очень интересная семья. Поэтому, если вы зайдете на ее страничку, она в платке, причем она начала его носить еще до того, как... Хиджаб. Идеи. Да, она начала носить до этого, ей просто так комфортнее сегодня. Более того, покрытая голова – это вообще наше такое же самое. Это, раньше слово-то опростоволосилось откуда? Это, не дай это Бог, жена не успела традиция, одеть да? платок до того, как проснулся муж. И он, уже не говорю про чужих мужиков, увидел ее без... Опростоволосилась. В смысле, ужас какой, я увидел твои волосы. Это определенная защита. Мы же носим каску на стройке. Есть причина. Мы носим зимой шапку-ушанку. Есть причина. Поэтому, когда говорят, что это неправильно, я говорю, подождите, у них есть причина. Они защищаются от плохого воздействия. Не знаю, божественное так. Почему в церковь ходят в платке, а на улице без? Так Бог же там живет, мне говорят. Я говорю, подождите, Бог везде живет. Бог живет точно не в церкви. Так почему там нужно, и я прям православная, я иду туда обязательно, не дай Бог, бабушка рядом шикать будет. Ты как эта негодница тут зашла с непокрытой головой? Так он и здесь Бог, значит. И поверьте мне, скоро это станет нормой. Помните, как боролись с этими во Франции, вот даже вот эта история с этим расстрелом редакции и так далее. Это как раз было в то время, когда они запретили носить хиджаб в школах.
прям целая, вот прям пропаганда. Закрывать лица. Не... А теперь мы все в масках, ребята. Не понял, что-то случилось? А, ковид. Извините. Теперь мы все, и не дай бог ты без маски. Раньше, не дай бог, ты закрылся, да. Тебя камера не распознает, ты преступник и прячешься. Теперь, не дай бог, ты без нее выйдешь. Ребята, я не понял, что с миром происходит? У меня сегодня много вопросов к миру. К нашему всего. Поэтому закончу про Европы, да? Америки и так далее. Нет рая на земле. Благо, что у человека появляется возможность, вот скажем, пробовать, да, или подходить. Ведь лечились на Капри, Горькие там и другие. Почему? Туберкулез был тогда, а там климат подходил. Он что, иммигрант, предатель? Приоритет номер один, ценность жизни, ее надо спасать. Особенно такого человека. Езжай ты на свой Капри, живи как можно дольше и твори, дай тебе Бог. И вот тебе еще стипендии, не знаю, и зарплата, чтобы ты там жил. Или завтра, не знаю, география изменится. Вот уехать на Дальний Восток из Москвы, скажем, покорять там или строить БАМ, это не иммиграция за 6000, 7000 километров. А отлететь на 2 часа на самолете на Запад, это ужас и кошмар. Да? А завтра что-то какая-то очередная у нас будет заварушка опять, границы поменяются, а теперь это не иммиграция, все нормально, все. Ты свободен. Но мы тебя посадили, потому что вчера еще нет, а сегодня да. Я тут интересную как-то где-то в Фейсбуке гуляла штука. Сейчас я не помню деталей, но он родился в одной стране, в школу пошел в другой стране. Потом в институте он был в третьей, на работу устроился в четвертой. Говорит, так вы так много путешествовали? Не-не, говорит, я из Мукачева никогда не выезжал. Во! Иммигрантище! О, мужик, напредательствовал, да? Поэтому, когда говорят про родину, например, да, вот что такое родина? Родина, по-украински кажут, значит, семья. То есть там, где твоя семья. А по-английски motherland, земля матери. А по-итальянски patria, земля отца. Так где родина? Я родился в Советском Союзе. Моей страны больше нет. Причем у меня спросили, я сказал, не хочу, чтобы ее не было. Ее не стало. Мне даже апелляцию некому подать сейчас, да? Не стало. У меня отняли родину. Вот в этом понимании. Но я родился на территории Украинской ССР, части Советского Союза. Теперь это независимая Украина. Я здесь, да, но семья моя, мой папа, из-под Воронежа. Дедушка приехал в Донбасс строить шахты. Отец родился в Кадивке. Он тогда что, иммигрант был? Или нет? Нет, он внутри Советского Союза ехал поднимать промышленность. Но семья, родина моя, из-под Воронежа, русская, то бишь, да? Потом можно там искать дальше, не знаю, вот старший сын раскопал наш герб, у нас никогда не хватало на это времени, наше это генеалогическое, как шутят, дерево, да, генеалогическое. И на гербе семьи Плетневых, что меня многие, ну, все нации меня за своих принимают. И все при этом всегда считали меня евреем. И мы с братом, вот правда, я думаю, ничего тут плохого нет. Я не в том смысле хорошо, плохо. Я бы и хотел, но не находили мы вот вокруг, везде, никак вот Адаевского нашли, вроде как похожее. Причем оказалось тот самый вот из декабристов. Да, он, кстати, под Воронеж и пришел, там какая-то верста сотая была у них. Он отсидел на рудниках, не умер, выжил. И им нельзя было ближе к Москве, и вот он там был. Вот у меня бабушка, ее девичья Адаевская. О чем это я? Верните меня. О родине. Да. То есть вот она где сегодня у меня? Я не знаю. А если я бы родился, не знаю, в Казахстане, и меня месячным ребенком увезли куда-нибудь в другое место, у меня где родина? Я думаю, что вот это понятие опять, оно очень свое. У каждого. Его нельзя подвести. Нет, политики это используют, конечно, накачивая патриотизм, объединяя вот эту, то есть подключая людей к этой общности с точки зрения, вот нам нужно сейчас силу набрать, поэтому мы вот под эту идею родства мы сейчас армию-то и соберем. У Булгакова есть замечательная мысль, что прежде чем заниматься вот этими земляк, не земляк, там, хохол с хохлом, россиянин с россиянином, немчура с немчурою, там, да, человек должен сначала с собой разобраться. Он вообще порядочен или нет? Он вообще способен убить или обмануть или нет? И когда мы разберемся и соберемся порядочные немцы, украинцы, русские, молдаване, но порядочные, у нас не будет проблем. Это будет одна общность,
порядочных людей, живущих по законам природы. А можно собрать одних русских, или одних хохлов, или одних, не знаю, там, англичан, и все будут подонки и негодяи. И что с того, что они все в одном родстве? Поэтому дело не в родстве, дело в человеке, в его понимании опять этой природы и себя в ней. И задача человека, родившегося, как раз в том, чтобы понять эту природу через образование, воспитание и все остальное, понять свое место в этой природе и по возможности, обладая этим природой же данным инструментом сознания, попробовать улучшить жизнь вокруг себя, свою, своих близких, людей, от которых тебя зависят, а по возможности, может быть, и больше общества, общности вокруг себя. И если бы все так жили, поверьте мне, жизнь была бы прекрасной. И не нужно было бы разбираться, ты сегодня русский или украинец. Я специально сейчас на эту тему немножко выхожу, не хочу о ней говорить, у меня это личное, потому что у меня одни родственники в Донбассе, другие через линию. Для меня это очень личная трагедия, это трагедия для меня. И я не хочу говорить, никогда не говорю, правы эти или правы те. Это плохо во всех отношениях, потому что я хочу, чтобы было хорошо. И я очень надеюсь, что так будет. Обов'язково буде. Леонід Михайлович, 60 років. Есть еще время и желание разбрасывать камни? Или уже осталось время только их собирать? Знаете, вы начали как раз с того, что вот я не тренер, а учитель. Когда я представляюсь обычно незнакомым человеком, знакомлюсь, я всегда говорю, учитель танцев. Я обычно редко езжу в поездах. Раньше, когда ездил, всегда в вагоне СВ. Но я этого заслуживаю. Это дорогой вагон. Поэтому в нем, если едут, то необычные люди. И обычно сосед, он даже не часто бывает, потому что там обычно очень мало людей. И когда мы здороваемся, он мне говорит, президент фонда или там генеральный директор, там профессор. Я говорю, учитель танцев. И обычно такая, как это, скептический взгляд такой, типа вообще, что учитель танцев делает в СВ-вагоне? И всегда одно и то же будет. Бессонная ночь интересных разговоров, утром обмен визитками на перроне, обязательно позвоните, и всегда одна и та же фраза в мой адрес. Никогда не думал, что учитель танцев может так высоко летать. А я всегда говорю, знаете, я поскромничал. Я тоже профессор. Но самым большим своим званием считаю учитель. Я лауреат всех и всяких. Я чемпион, перечемпион, учитель чемпионов сегодня. Но своим главным достижением считаю то, что я учитель. Поэтому учителю разбрасывать камни до смерти. Я рассчитываю лет на 120. Поэтому только половинка у меня приближается сейчас. Еще на 60 лет мне нужны силы, чтобы эти камушки мои разбрасывать. А мне кажется, они ценные, эти камушки. Мне кажется, что все, кто сейчас меня слушает, опять спасибо вам, Сан Саныч, за приглашение, спасибо каналу за эту возможность поделиться мыслями. Мне лично не кажутся ценными. А я себе очень серьезный судья. Поэтому если у меня мера ответственности присутствует прежде всего. Вот про власть мы сегодня еще не говорили. Власть обычно понимается людьми как право. Право на привилегии, на особые условия, на что-то еще. Для меня, например, власть всегда – это ответственность. Поэтому я не в политике. Меня звали, мне прочили, и я сказал нет, потому что для меня это ответственность. И я понимаю, что я с ней не справлюсь. В той мере, в которой от меня будут этого ожидать. Или я опять должен буду столько положить на это, в ущерб своей семье, опять своим женщинам, опять развестись в третий раз, не дай бог, потому что я не додам своей жене, занимаясь этим. Поэтому я не пошел по этому пути. Но очень хочу, чтобы те, кто сейчас в политике, услышали меня. И сидя там, по ту сторону этой камеры, и слушая меня, вспомнили о том, что первичным должна быть ответственность. Я всегда думал, если бы или когда у меня, например, будет большая компания, я не куплю себе последнюю модель Мерседеса с первого заработка, если у меня мой персонал, мои менеджеры ездят еще на велосипедах или ходят пешком. Я сначала сделаю так, чтобы у моих рабочих были «Лады», у начальников цехов были «Фольксвагены», у менеджеров отделов были «Ауди», потом я себе куплю последнюю модель Мерседеса. Да, это будет лучший автомобиль в компании, потому что я этого заслуживаю, президент. Но сначала ответственность перед ними. Они сначала себе имею право, а они будут на меня зуб точить. И там случайно колоть мне эти колеса, ну, как бы невзначай, проходя мимо. Сволочь такая, да? Чтоб тебе пешком, как мы, теперь домой пойти. Поэтому вот эта ответственность, всегда вернусь опять к философии борьбы единства противоположностей и баланс между ними.
Мир так устроен. Если мы хотим мира, не может не быть войны. Увы. Просто сначала воюет двор на двор, я помню по детству. Потом улица на улицу, да. Когда дворы договорились. Потом квартал на квартал, потому что квартал договорился. Тут уже проблемы нет, теперь мы... Потом город на город. Потом страна на страну. Когда на Земле все, как в этих фильмах голливудских, договорятся, мы будем воевать с Марсом. Всегда будет где-то, это просто, эта контрасть природная будет переноситься просто на более высокие уровни. Но иначе не будет баланса в природе. Поэтому просто хочется, чтобы этого было, раз этого не может не быть, нужно делать все, чтобы это было как можно менее проблемно. Чтобы этого конфликта было как можно в меньшем объеме, с как можно более меньшими последствиями этого. Но нужно понимать, что просто без этого нельзя. А дальше, исходя из этого, как из нормы, уже выстраивать политику. Ведь к политике сегодня у всех отвращение, ну, кроме политиков. Люди уже политиками... Как только политика, это как негатив, это уже синоним «плохо». На самом деле у политики... Без нее не может, потому что политика – это вообще, по сути, инструмент для достижения компромисса. Это нужно. Опять исходим из того, что есть разные мнения, но нужно договориться, ребята. Надо все равно договориться как. Вот это и есть удел политики. Найти вот эту общую платформу, общий знаменатель. Какие-то... Все не могут понять, что это есть. А политики находят какие-то точки соприкосновений, через которые все-таки какое-то равновесие... В крайнем случае, должны бы должны, были находить. Пусть шаткое, но равновесие все-таки находится. Вот в этом ценность политики. Поэтому я за политику. Только она должна выполнять свою функцию поиска вот этого компромисса. Не использование опять политики во власть, не политики в силу, а политику в компромисс, в приведение системы к балансу. Вот о чем речь. Дякую за розмову. Під рампою Олександрівської гімназії був наш земляк, філософ і просто учитель танців Леонід Плетньов. Дякую вам. Спасибо. Спасибо за приглашение.